Всем привет! Привезли мне барабаны от Баргузина. Короче, новые барабаны купили, а они нифига не вылезают на колодки. Сказали, надо сточить миллиметр. Два барабана. Вот такое качество поверхности. Прямо из-под резца. Завели резец и на быстрой подаче вытащили. Вообще огонь. Навьё. Барабан стоит 2700 вроде. Вот надо его расточить на миллиметр. Меряем. Двадцать шесть и шесть. Короче, надо расточить до 26,7. Ну, короче, 266 на 267 мм забацать. Такое качество обработки. Да. Взял на разжим кулачками, поставил индикатор. Выставляю, выставляю, вообще нифига не выставляется. Короче, десятка прыгает. Какой-то овальный. Вот сейчас две десятки. Две десятки. Ничего не прыгает, десятка. Опять кверху десятка. Вниз две десятки. Короче, пипец. Супер овальный барабан. Сейчас будем протачивать. Накрыл станок. Обороты 100. Подача 0,5. Подача 0,5. Сейчас пройдем, потом переключим на 0,2 чистовой. We'll be right back.
Меряем. Оп. 267. Точил в наморднике. Вот в таком. Без намордника вообще тяжело. Ну и сейчас вот пыль летает. О! Так круто. И безопасно. Ну что, все готово? В принципе, я думаю, что лучше, чем было. Изначально было вот так. Но это вообще пипец просто, я не понимаю, как так можно. Ну я понимаю, да, там скорость. Резцом тупым проточил на быстрой подаче. Резец вытянул и все офигенно. И следующий пошел. Хова! И хова. Короче, диски от Баргузина. У меня есть группа ВКонтакте, все данные под видосом. Если понравился видос, ставим лайкос. Всем спасибо за внимание. До свидания. We'll be right back.